выделяются несколько групп книг. Это разделение впервые было принято для Нового Завета. Потом, по аналогии, его стали переносить на Ветхий Завет. Что это за группы книг? О каждой из них мы с вами поговорим вот в ближайший час с небольшим. Во-первых, это гомологумены. Гомологумены. Гомо тот же самый, одинаковый. Логуменос, слово логос, говоримый. То есть книги, по поводу которых все говорят одинаково. Единоговоримые. Гомологумены. Это книги, признанные всеми. Это книги, которые с самого начала вошли в канон, и никто никаких сомнений по поводу каноничности этих книг никогда не высказывал. Второе – антилегомены. Антилегомены. Книги, против которых говорят, или говоримые против. Книги, оспариваемые некоторыми. То есть книги, по поводу которых некоторые иудейские ученые, иудейские раввины подвигали сомнения, высказывали сомнения. На чем основаны эти сомнения, мы с вами увидим по поводу каждой конкретной книги. И тут нам полезно будет помнить те критерии каноничности, о которых говорилось раньше. Следующая группа – псевдоэпиграфы. Псевдо – ложный. Эпиграф от слова «графей» – писать, ложно написанные. Это книги, признаваемые подделками, фальшивками, ложные тексты. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что это книги, отвергаемые всеми. Псевдоэпиграфы – это книги, по поводу которых споров не ведется. Все понимают, что это фальшивка. Кстати говоря, в Новом Завете такая же группа книг тоже существует. Интересно, что именно сейчас, в 21 веке, вдруг возник интерес, снова возник интерес к новозаветным псевдоэпиграфам, к тому же Евангелию от Иуды, кстати, о котором сегодня спрашивали в перерыве. И этот вопрос снова стал актуальным. Я думаю, ненадолго. Но вот сейчас интерес к этим книгам есть. Эти книги универсально отвергались на примере Ветхого Завета, а потом, что еще важнее, на примере Нового Завета, мы с вами увидим, почему. Наконец, самая сложная группа, самая сложная, самая, может быть, противоречивая группа. Апокрифы или второканонические книги. Апокриф от греческого слова «спрятанный», «скрытый». Книги, принимаемые некоторыми. Книги, принимаемые некоторыми. Вот так каждый из этих групп книг мы с вами сейчас и поговорим, и посмотрим, почему, собственно говоря, эти споры шли, дабы не было у нас потом каких-то вопросов, вот как они принимались, не принимались и так далее. Больше всего книг принадлежит именно к первой группе. Признаны сначала, передавались из века в век, из рода в род. Никаких вопросов по поводу этих книг никогда не было. Хранились в Иерусалимском храме практически до его разрушения. Если брать разделение на книги, которые приняты у нас сегодня, в наших современных изданиях книг, изданиях Библии, то это 34 ветхозаветные книги. Ну, при том, что протестантское издание Библии содержит их 39, вот 34 попадают именно в эту первую категорию. То есть это книги, по поводу которых никто никогда никаких вопросов не высказывал. Книги, на которые ссылается Иисус, книги, на которые ссылаются отцы церкви, книги, с которыми вот оспаривать их, в общем-то, бесполезно, никто не пытался. Значит, давайте остановимся вот на чем в связи с этим. Смотрите, в случае Ветхого Завета, как, кстати, и Нового Завета тоже, вот к этой категории неоспариваемых принадлежат подавляющее число книг. А оспариваемых книг гораздо меньше, спорных книг. Но вот какая вещь. Я думаю, вы своему опыту это знаете. Представьте себе, допустим, членское собрание в церкви.
или какое-нибудь собрание на работе, или еще, ну, любое собрание любого коллектива. Есть, допустим, 300 человек. Из них с каким-то решением 280 согласны. Ну или там кто-то согласен, кому-то все равно. Вот 20 не согласны. Уровень шума от несогласных определяется уровнем их крикливости. Иными словами, даже один или два человека, если они хорошие ораторы, если они умеют привлечь на себя внимание, могут раздуть вопрос так, что пропорции уже не будут соблюдаться. То есть один-два человека даже не согласны, но могут сделать так, что это несогласие приведет фактически к расколу церкви даже. Вот отвлекаясь на другой предмет, специалисты по церковному служению говорят о том, что 10% несогласных в церкви могут 10% несогласных в церкви способны внести в церковь раскол. То есть вот у вас 300 человек, да, и не согласны с каким-то решением 30. Вот этих 30 достаточно для того, чтобы церковь могла расколоться. Значит, как это относится к Библии, к библейским нашим беседам? В Ветхом Завете мы видим, что большинство книг не вызывают никаких споров. Но те книги, которые споры вызывают или вызывали, принимают на себя, те книги, которые вызывают споры, привлекают к себе особое внимание. Допустим, вы обслуживаете неких клиентов, да, 1000 человек нравится, все нормально, и они к вам никогда не придут, не скажут, знаете, как мне понравилось, как все хорошо и так далее. Будет 10-15 человек, которым не понравится, вот они скажут. Вот то же самое происходит и здесь. Значит, большее число ветхозаветных книг принадлежат к первой группе, гомологумены. Но переходим ко второй группе. Посмотрите, пожалуйста, на список книг, которые перед вами на экране. Вот против этих книг высказывались определенные аргументы. И давайте с вами подумаем. Подумаем и узнаем, почему против этих книг были аргументы. Но прежде чем это делать, обратите внимание, пожалуйста, вот на что. Возражения против этих книг высказывались уже в первом веке до нашей эры и в первом веке нашей эры. А написаны эти книги были существенно раньше. Это значит, что от своего написания до того момента, когда начали высказывать против них возражения, эти книги передавались рукописным образом. Это значит также, что в момент своего написания и на протяжении веков эти книги, в общем-то, считались каноничными. То есть было уважение к этим книгам. Ситуация с антилегоменами не в том, что их изначально ставили под сомнение, а в том, что на каком-то этапе истории вот против этих книг стали возражать. Первая книга, которая упомянута в этом списке, особенно дорога моему сердцу. Что это за книга? Это песни, да, песни песней, песни песней. Это книга, по которой я имел честь даже проповедовать довольно много, и нравится она мне. Никак не могу понять, как эту книгу не могли включить в канон. Ситуация вот какая. Книга была признана практически с самого начала. Никаких проблем с ней не было. Более того, в Мишне, в частности, эта книга цитируется. Причем цитируется с формулой «так говорит Писание». В Мишне, более поздних текстах, еврейских текстах, Ветхий Завет цитируется, но чаще всего вот эта формула используется. Так говорит Писание, и потом после этого текст Писания начинает цитироваться. Вот. Но было две раввинских школы. Было две раввинских школы, причем конкурирующих. Эти школы существовали в первом веке нашей эры и имели большое влияние. Одна школа принадлежала, это была школа раввина Шамай, а другая школа, ей руководил раввин Акиба. Вот эти школы между собой соревновались. Значит, школа раввина Шамай была школой, скажем, такого более строгого воспитания. И вот последователи этой школы
выставляли претензии, высказывали претензии против книги «Песни песней» по той причине, что эта книга слишком чувственна. Эта книга слишком открыто говорит о подробностях, особенностях интимной жизни. Для них было неприемлемо, что каноническая библейская книга столь подробно говорит о интимной жизни, как, например, вот в 4 главе книги «Песни песней». Но была и другая школа, как я сказал, книга пророка, раввина Акибы. Вот что писали сторонники этой школы. Это был тоже первый век нашей эры. Послушайте, и вы увидите, как они интересно спорили, иудеи, по поводу канона. «Да запретит Бог всякому в Израиле сомневаться в подлинности книги «Песни песней». Потому что все века истории недостойны одного того дня, когда Израилю дана была «Песнь песней». Вот так. Ибо все Писание священно, а «Песни песней» – святая святых. Интересно, дядька, наверное, был за такие, да? А дальше он продолжается. Но ежели уж о в чем сомневаться, так только в книге «Экклезиаст». Вот, значит, он и его ученики сделали две вещи. Во-первых, они отбили книгу «Песни песней», то есть, в общем, подтвердили ее каноничность. А во-вторых, мы обязаны этой школе другим антилегоменам книге «Экклезиаст». Вот, значит, действительно, были очень серьезные проблемы, очень серьезные вопросы по поводу именно этой книги из-за ее содержания. Значит, как относиться к тому, что здесь происходило? Во-первых, я еще раз повторюсь, что раннее признание. Вот раннее признание книги для нас очень важно, что книга все-таки признавалась. Вопросы возникли позже. Вопросы возникли на совершенно другом этапе жизни, развития иудаизма. В конечном счете, да, позиция людей, которые принимали эту книгу, восторжествовала, книга вошла в канон, или, скажем так, была принята как каноническая книга. То есть было принято, что все-таки Бог эту книгу благословил. Значит, следующая книга, с которой были серьезные проблемы, это книга, как вы уже поняли, «Экклезиаст». И поняли вы, из-за кого из раввинов эти проблемы возникли. Но тут школа Шамаи, на самом деле, поддержала эту книгу «Экклезиаст». Проблемы у «Экклезиаста» возникли из-за того, что эта книга слишком упадническая. А содержание этой книги не вселяет особого оптимизма. И вроде бы эта книга говорит о бесполезности всякой веры. На самом деле только вроде бы. К чему приходит «Экклезиаст» после всех своих нравственных размышлений? Вот к чем заканчивается книга? В чем смысл последней ее главы? Пожалуйста, кто вспомнит, расскажет нам. К чему приходит «Экклезиаст»? Может быть, кто-то найдет. Откройте, пожалуйста, книгу «Экклезиаст». Посмотрите, пожалуйста, в последних главах, какой идеи, какой мысли приходит слова автор. Слова ободрения. Слова ободрения. Какие такие слова? «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». И 13 тут даже можно. Чудесно ободрило. Да. Да. Еще. Все-таки, что в повелительном-то наклонении говорится в книге «Экклезиаст»? К чему призывается читатель этой книги? «Помни Создателя твоего. О, молодец. В дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них». Да, в частности, «помни Создателя своего, служи Богу». То есть все остальное приходит и уходит. Но смысл в том, чтобы во всех этих ситуациях обращаться к Богу, потому что все прочее действительно суета-сует. Вот пессимизм «Экклезиаста» действительно не нравился тем, кого радовала книга «Песни песней». Но в конечном счете Божий народ увидел, что да, Бог дает разные книги, да, Бог использует разные обстоятельства, Бог использует разных людей. Опять-таки я могу немножко это проиллюстрировать современным примером. Представьте себе церковь, где есть несколько проповедников. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что этого не должно быть, но это есть. Допустим, есть несколько проповедников, и про одного из них часть церкви говорит:
Вау, какие роскошные проповеди, как назидает. Другие говорят, это отстой. Вот все, дальше уже не комментируют. Зато с другим проповедником все наоборот. Тем, кому первый нравится, вторые, вот другого они слышать не могут. Да? И тем, кому первый не нравится, другой очень и очень нравится. Разные, да, Бог через разных людей обращается к разным слушателям. Вот кому-то нравится, кому-то нет. Это не значит, что один отстой, а другой крут. А это значит, что просто мы все разные, и Бог использует разные способы обращения. Представьте себе, что все люди вокруг были бы точно такими же, как вы сами. Жить было бы скучно. Да и сложно, я бы сказал, потому что дуплицировалось, повторялось бы в других людях не только ваше хорошее, но и ваше не очень хорошее. Вот именно поэтому очень важно, чтобы в результате этих споров, обсуждений, все эти столь разноречивые книги в канон попали. Следующая книга не могла попасть в канон по несколько иной причине. Эсфирь. Помните, мы с вами говорили о том, что важно было понять, чему книга учит о Боге. Вот в книге Эсфирь есть одна проблемка. Слово «Бог» в ней не употребляется ни разу. Если вы посмотрите книгу «Эсфирь», прочитаете ее, прочитаете весь этот рассказ, слово «Бог» ни разу вы там не найдете. И вот иудейские ученые, раввины, задавались вопросом, а может ли в Слове Божьем присутствовать книга, которая ни разу не говорит о Боге? Ну или, по крайней мере, ни разу не употребляет слово «Бог». Но штука в том, что, во-первых, смысл книги «Эсфирь» — это Божья защита и покровительство Израилю, своему народу. Смысл книги «Эсфирь» — как через деяние Божие и через смелость конкретных людей Божий народ был сохранен от вымирания, от истребления, от убийства. И вопреки тому, что в книге «Эсфирь» нет имени Бога, эта книга попала в канон, она была признана канонической. Опять-таки эти вопросы возникли уже позже. С самого начала книга признавалась. Ну а потом перечитали, смотрят, слово «Бог» нет, ну что делать, принимать ее или нет. Также были даны объяснения того факта, что слово «Бог» в книге «Эсфирь» не присутствует. В частности, что эта книга писалась, когда израильтяне находились в плену. И дабы имя Бога не было хулимо язычниками, вот если эта книга попадет к язычникам, и дабы язычники не могли сделать подделок, написать таких своих историй с именем иудейского бога, вот имя не упоминалось. А это, правда, только предположение, это, правда, только попытки объяснить, почему, собственно, имя Бога в книге «Эсфирь» не упоминается. Но вопрос, который в связи с этим возникает, опять-таки практический вопрос, очень тонкий. Кто из вас когда-нибудь слушал курсы по евангелизации, евангелизму, переводить как хотите. Те курсы, которые Лоис Макнил преподает. Есть такие люди, которые слушают. Да, и были на этих курсах в курсе. Спасибо. Вот помните, что там есть несколько стадий евангелизации, благовестия. Есть стадия работы с людьми, которые еще о Боге не знают, которые нужно только подготовить. Подготовка почвы, что называется. Вот вопрос такой. Занимаясь с такими людьми, беседуя с такими людьми, насколько действительно мы можем говорить о Боге, не упоминая слово «Бог» напрямую? Практически вам пример. Помните, несколько лет назад, уже лет 15, наверное, назад, у группы Nautilus Pompilius была очень популярная песня «Прогулки по воде». Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде вдвоем. Помните, да? Вот, хорошо, что помните. Вот вам практическая ситуация. То есть в одной церкви на специальном служении для неверующих, служении благовестия, вот группа прославления в начале служения поет вместе с залом вот эту песню. И в церкви потом раздаются недовольные голоса. Как это так, мирскую песню, в которой о Боге ничего нет, а, собственно, даже то, что есть, оно есть в искаженном таком виде, когда Иисус говорит Петру уже, ты и правда дурак. Как это можно петь в церкви?
другие сторонники того, что это петь все-таки можно, говорят, ну подождите, нам нужно найти общий язык с неверующими. А им эта песня нравится, среди них она популярна, мы можем от этого перекинуться дальше. Мы не можем сразу начать, я не знаю, петь что-нибудь из Хиллсонга или, вот, не знаю, из гимна, все что угодно. Да? Не можем, потому что этого не поймут. Вот это тот же самый спор, но уже сегодня. А спор вот о чем. Может ли быть что-то такое, что славит Бога и ведет к Богу, но при этом напрямую имя Бога не содержит? Вот этот спор, собственно говоря, и шел вокруг книги «Эсфирь». Решение было, что в данном конкретном случае, в случае книги «Эсфирь», эта книга действительно славит Бога. Эта книга действительно говорит о его чудесах, говорит о его делах, и книга была признана богодухновенной. Книга была признана попавшей в канон, вошедший в канон Священного Писания. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Осталось еще две книги из этой группы. Иезекииль. Две причины высказывались не включать эту книгу в канон. Первая причина очень размытая. Значит, причина звучала так. Первые 10 глав этой книги содержат учение, противоречащее учению Моисея. Книга Иезекииль учит против Моисея. Но когда тех, кто выдвигал такое возражение, просили показать конкретные стихи, они этого сделать не могли. То есть вот эта книга учит против Моисея, покажите, где именно. Ну, не знаем, везде. Возражение не прошло. Потому что, когда ты с чем-то не согласен, надо хотя бы посмотреть, где именно не согласен, чем именно. И второе возражение – это как раз размытость, непонятность некоторых из пророчеств этой книги. И возражение было также достаточно быстро отвергнуто, потому что на то они пророчества, чтобы исполняться постепенно. И мы, как люди ограниченные, не можем понимать всех пророчеств. Во всем же остальном эта книга выдерживает все требования к каноническим книгам. Ну и последняя книга, у которой была проблема, причем эта проблема очень милая, очень забавная, очень простая. Да, притчи Соломоновы. К этой книге книга притчи, кстати говоря, книга притчи по-еврейски называется, слушайте внимательно, «Мишлей». «Мишлей». Какому русскому слову это созвучно? «Мышление». «Мысли». Ну, конечно, мышление, мысли. Русское слово «мысли» оттуда же. А ведь, собственно говоря, это и есть мысли. Вот мы говорим, когда притчи, да, это не совсем точно. Мы ожидаем притчу, там, это рассказ какой-то такой подробный, с героями и так далее. Это мысли, это «мишлей». Так вот, эта замечательная книга чуть не была вычеркнута из канона по одной причине. В этой книге усмотрели внутренние противоречия. Притчи, 26 глава, 4 и 5 стихи. Пожалуйста, кто прочитает? «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Сначала задам вам... Да, спасибо большое, Вадим. Сначала вам задам такой вопрос. Есть ли у кого-нибудь Библия, в которой... Вот вы сейчас открыли этот стих, в которой 5 стих тоже начинается со слова «не». И 4 и 5 начинаются одинаково. Слово «не», а не «но», как вы сейчас прочитали. Нет, у всех у вас «но», да? Хорошо. Потому что существуют русские издания Библии, причем синодальные издания Библии, в которых в этом месте очепятка. 5 стих там тоже начинается с «не». «Не отвечай глупому». И в 5 тоже «не отвечай глупому». Но это действительно опечатка, потому что в еврейском тексте действительно сначала «не делай», а потом «но делай». Так вот, раввины древности задались вопросом, собственно, глупому как, отвечать или не отвечать? Вот буквально человек тебе сказал глупость, ты понимаешь, что это глупость, нужно ли на это отвечать или на это отвечать не нужно. Тебе человек говорит, ну ты дурак, вот есть смысл на это что-то отвечать или промолчать. Кажется, что книга говорит, и да, сам дурак, стоит говорить или нет, по глупости его. Вот, вот хаму надо отвечать по-хамски
Или хаму по-хамски отвечать не стоит. Кажется, что книга содержит противоречивые указания. В 4 стихе написано «не отвечай», а в 5 стихе написано «отвечай». И что, простите, делать? Ну, самый простой путь – не признать книгу канонической. Но, в общем-то, Бог явно эту книгу использовал, и не признать ее канонической как бы нельзя. Поспорить можно, а потом найти решение. Как бы вы решили этот вопрос? Так отвечать глупому по глупости или не отвечать? Изъять один стих. Понятно, не получится. Он прикреплен в книге, он в рукописях есть. Ну, нельзя, понимаете. А рукописи не горят, как вы помните. Вот, пожалуйста. Соломон был мудрый человек. Соломон опирался на мудрость все-таки. Да. В этом случае он тут дал два варианта, чтобы сам человек мог размыслить. А по ситуации? По ситуации, да. Смотря кто перед ним стоит и как это будет выглядеть вообще. Угу. Значит, 24 стих, перечитайте просто еще раз. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. То есть в каких-то ситуациях, когда ты слишком много общаешься с хамами на хамском же языке, ты рискуешь стать кем? Хамом, подобным им. Когда ты опускаешься до уровня глупца, дабы войти в его шкуру. Ты сможешь случайно так войти в его шкуру, что она застегнется, шкурка-то, и вылезти уже нельзя, она приросла. Значит, это определенная ситуация, когда не нужно отвечать. Но с другой стороны, если все время молчать, то тогда глупец вообразит, что он мудр. Слушайте, я одну глупость сказал, другую, третью. Никто ничего не говорит в ответ. Так значит, я правду сказал, значит, я что-то умею, и вот и что-то могу, и что-то понимаю. Вот он воображает себя мудрецом в своих глазах. Вот в этой ситуации, дабы такого не случилось, кто-то ему должен ответить, может быть, на его глупость, на его какую-то неразумные слова, кто-то должен поставить на место. Значит, на самом деле, вот этот стих, это место, оно очень важно для нашей сегодняшней тоже жизни. Важно оно по одной причине. Значит, ведь мы с вами периодически сталкиваемся с обвинениями, которые иначе как неразумными назвать сложно. А кому из вас случалось слышать, что вас обвиняют в сектантстве? Вот вы сектанты. Да, постоянно. Да постоянно, сектанты, вот там это самое. Какую-нибудь гадость сделаете, что-нибудь такое, вот, и что там вы себя делаете и прочее. Вот понятно, что это неразумно. С одной стороны, отвечать на это значит погрязнуть в ответах. И, в общем-то, тогда всю жизнь будешь заниматься только тем, что отбиваться, огрызаться. Нет. Вот. С другой стороны, не отвечать, значит, наши оппоненты тогда скажут, понятно, понятно, тебе сказать нечего. Все, значит, я прав. Значит, 100% сектант. Значит, 100% сектант. Ты молчишь, значит, я прав. Молчание – знак согласия, понимаете? Вот. Это роскошный момент. И то, что сначала показалось некоторым из раввинов внутренним противоречием, они потом расценили, по обстоятельствам. Бывает, что нужно поступать так, бывает, что нужно поступить по-другому. И вопрос о каноничности книги «Песнь песней» решился раз и навсегда. Притчи. Расход, вопрос о каноничности книги притчи решился раз и навсегда. Были и другие книги.